Всем здравствуйте! Нина Шацкая покинула этот мир еще 23 мая, но никакой информации о прощании так и не появлялось. Теперь же выяснилось, что родственники организовали сбор средств из-за отсутствия финансов. Уход Нины Шацкой стало потрясением как для ее фанатов, так и для родственников. Семья оказалась абсолютно не готова к организации церемонии. Ситуация усложнялась еще и из-за того, что единственный наследник артистки Денис Золотухин оказался в больнице из-за коронавируса. В итоге родственникам артистки пришлось обратиться к поклонникам и друзьям, чтобы найти финансирование. Семье Нины Шацкой незамедлительно требуется помощь. Всем занимается ее невестка Алла. Одна без чьей-либо помощи, без театра. Все делается на средства семьи. Денис в больнице. Только 3 дня назад переведен из реанимации в палату, ему потребуется длительное восстановление. Семья у них многодетная, но ничего до сих пор не оплачено, сообщила подруга семьи Элла Михалева, приложив номер карты Аллы для финансовой помощи. Ситуация возмутила многих поклонников Шацкой. Они стали распространять информацию о сборе средств в социальных сетях. В итоге на связь с родственниками актрисы вышли представители театра. Алла Золотухина сообщила, что к ситуации подключились Союз театральных деятелей и директор театра на Таганке Ирина Апексимова. Дата и время прощания пока неизвестны, позднее сообщила Элла Михалева. Вскоре Алла сама вышла на связь с журналистами и рассказала, что Нина Шацкая хотела быть рядом с Леонидом Филатовым. Однако для этого требовалось демонтировать памятник, а после установить его обратно. В целом затраты могли обойтись семье в 500 тысяч рублей. Разумеется, таких денег у них нет, поэтому церемонию собираются провести на Троекуровском. Напомним, что последние годы жизни Нина Шацкая сильно болела. У звезды случился инсульт, потом возникли проблемы с работой почек. Последним ударом стал коронавирус. Справиться с последствиями COVID-19 артистка уже не смогла. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!